Еще одна смерть после совместного распития спиртного. В Новочебоксарске вынесли приговор 49-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своего друга. Вот здесь сидели, на этом диване. Он начал меня оскорблять. Вот, сидели, он бил в грудь меня. Угу. Я психанул, встал, к столу подошел. Угу. Там лежал, ну, ножик. Угу. Потом он сказал, ну что, раз ножик взял в руки, так делай ему. Отец, он лежал так, да? Да. Угу. Вот я. Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что осенью прошлого года обвиняемый, распивая со своим 53-летним приятелем алкогольные напитки у себя дома, поссорился с ним и нанес несколько крепких ударов кулаками, а после еще не менее 5 ударов ножом в области головы и шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Убийце назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Согласно заключению, проведенной по делу судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан вменяемым, то есть оснований для освобождения его от уголовной ответственности не имеется. Причастность его к совершенному преступлению доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также проведенными по делу судебными экспертизами, в том числе биологической, генетической, судебно-психиатрической, медико-криминалистической и другими доказательствами.